Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. Ни для кого не секрет, что состояние дагестанских городов уже долгие годы оставляет желать лучшего. Дворы превращаются в стихийные парковки, зеленое насаждение уничтожаются, а пешеходная инфраструктура приходит в упадок. Но не все так плохо. Уже третий год в нашей республике продолжается реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. А принять участие в нем могут жители практически всех многоквартирных домов. О том, как реализуется эта программа в дагестанской столице, расскажет сегодня начальник жилищно-коммунального отдела УЖКХ города Махачкалы Нухкадиев Мурат Нуруддинович. Здравствуйте. Здравствуйте. И в начале нашей программы предлагаю посмотреть небольшой материал. Третий год в нашей республике реализуется программа «Комфортная городская среда». Ежемесячно чиновники отчитываются о том, что было сделано и сколько денег на это ушло. Мы, в свою очередь, со своей съемочной группой побывали на нескольких объектах в нашей столице и увидели, как меняется наш город. Поселок Семендер – это, как известно, окраина Махачкалы. И, наверное, со дня его основания здесь не проводилось никакой работы по благоустройству. В настоящее время в поселке Семендер асфальтируются дороги, ведется работа по обустройству скверов и установке детских площадок. В 2014 году узнали, что на данной территории был запланирован сквер. И вот мы долгое время ждали этого, думали, будет благоустройство данного участка. Как мы видели, живя здесь рядом, что здесь периодически приходили какие-то хозяева, хотели что-то строить здесь, торговый центр, там разные объекты хотели строить. Мы как-то этому сопротивлялись и решили все-таки самоорганизоваться. Собрали подписи и начали ходить по инстанциям. В прокуратуру ходили в администрацию города, Кировскую администрацию ходили. Везде мы вот пытались этого добиться. В прошлом году как-то дело сдвинулось с мертвой точки. Как-то начало у нас все получаться. И подали в суд, выиграли данные участки, два кадастровых номера, которые были уже оформлены зеленки. Как видите вы, начали благоустраивать данный участок. Чтобы контролировать качественную реализацию проекта, была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации общественных и политических организаций. В результате тесного сотрудничества комиссии и неравнодушных жителей города реализация проекта проходит успешно. Во всех 10 городах с 2017 года проводится эта программа. Многие дворы, территории обновляют, строят спортивные площадки, детские площадки. То, что не было до сих пор, делается в городах. И в некоторых даже в этом году включили некоторые муниципальные районе в эту программу. Программа продолжается. Вот, например, по Махачкале обновляют 33 дворовые территории и 5 скверов, бульваров. Вот сейчас мы находимся на этом сквере в районе Семендера. И здесь через пару месяцев будет красивый сквер. Деревья будут посажены. Будут люди могут сидеть, отдыхать, установят скамейки. И эта программа нужна людям. Все делается, чтобы людям жилось хорошо. Большой радости местной детворы, проживающей по адресу Нахимова, 8, в их дворе появилась современная детская площадка, где ребята теперь проводят все свое свободное время. Перемены эти произошли также благодаря программе «Комфортная городская среда». Если бы не этот проект, на месте детской площадки стоял бы очередной торговый центр. Но после многочисленных судебных разбирательств участок земли был отвоеван у предпринимателя и на законном основании возвращен местным жителям. К тому же рядом с площадкой также были проведены работы по благоустройству, установлены скамейки, фонари, заасфальтирована дорога. В рамках реализации у нас в этом году 5 общественных зон. В поселке Шамхал у нас сквер благоустраивается. Потом частичное благоустройство идет у нас на этот сквер и горсад. 50 лет в парке 50 лет октября. И на Расула Гамзатова, где
где сквер Эфенди Капиева. Тоже вот ведутся работы усиленными темпами. Мурат Нурдинович, вот хотелось бы, чтобы вы еще раз напомнили нашим телезрителям, что представляет собой программа формирования комфортной городской среды. Программа формирования современной городской среды разработана в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденное постановлением правительства Российской Федерации 1710 от 30 декабря 2017 года, приложением номер 15, это формирование современной городской среды. Данная программа, цели этой программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий, повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального значения, то есть это скверы, там, парки, общественные зоны. Данная программа разработана для вовлечения в приоритетный проект разные слои населения. То есть это распределение по функциональным зонам. Это площадки для отдыха взрослых, площадки для детей, там, для спортивного развития взрослых. И для инвалидов, конечно, предусматриваются пандусы. Также в детских игровых оборудовании есть элементы для детей-инвалидов. Мы предусматриваем это в этой программе. Где-то уже внедрено такое, да? Да, на сегодняшний день уже в этих, сейчас, которые в этом году благоустраиваются территории, такие элементы присутствуют. То есть балансиры для детей-инвалидов. А как можно стать участником этой программы? Что надо для этого сделать? Во-первых, для участия в отборе дворовых территорий и общественных зон по дворовым территориям собственников помещений в многоквартирных домах необходимо предоставлять заявку, протокол общего собрания для участия в программе. Также необходимо, есть критерии, утвержденные постановлением администрации города за номером 380, где четко написаны критерии участия. То есть данный дом должен быть обязательно под управлением управляющей компании, либо ТСЖ. И как-то общее собрание, наверное, да, созывается? Да, и провести общее собрание, представить заявку в районной администрации, либо в управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы. И на основании представленных всех документов необходимых будет направлено на рассмотрение в созданную комиссию заинтересованных лиц, которые будут рассматривать данные заявки. А какие работы по благоустройству входят в этот проект? Программой утвержден минимальный перечень работ, то есть минимальный перечень входит работы по ремонту дворовых проездов, обеспечение освещения, устройство скамеек, устройство урн. Также предусмотрено устройство игровых оборудований на детских площадках. А резиновое покрытие? Резиновое покрытие это предусматривается в связи с тем, что бывают такие моменты, когда дети играются. Для безопасности. Для безопасности мы предусматриваем резиновое покрытие под все детские площадки. Угу. А вот если жители двора захотят проведения дополнительных работ, куда им обращаться вот для этого? Как мы раньше сказали, что собственники многоквартирных домов должны представлять заявку, то есть протокол общего собрания. В данном протоколе общего собрания есть в повестке дня вопрос об участии дополнительного перечня работ. То есть собственники, если изъявляют желание участвовать в дополнительном перечне, а дополнительный перечень у нас предусматривает работы по устройству декоративных ограждений,
устройство спортивных элементов, площадок, также озеленение и остальные виды работ, то собственники должны в этом протоколе указать, что они хотят принимать участие, и программа предусматривает 20% софинансирования собственников по выбранным видам работ. Уже платят собственники, да, за вот эти, да, вот дополнительные, да, дополнительный вид работ. А учитываются ли пожелания жильцов в ходе проведения ремонтных работ? В ходе проведения ремонтных работ, конечно, нами учитывается мнение, это одно из важнейших в данной программе критерий. Мы непосредственно, когда уже заявки поданы, когда уже данная дворовая территория становится участником программы, мы совместно с архитектурой города, с общественниками, также мы собирались народным представителем Народный фронт партии «Единая Россия», мы совместно с ними выходили, участвовали в собраниях по утверждению дизайн-проектов. Конечно, мы показывали архитектурой разработанный проект, мы показывали собственникам дворовых территорий, помещений на квартирных домов, мы им показывали эти проекты, и они там указывали их пожелания, мнение каждого жильца мы, конечно, не можем рассмотреть, но большинство, есть уполномоченные, есть заинтересованные лица, инициативные группы от собственников, мы с ними обсуждали. Ихнее мнение каждое учитывали, и мы разрабатывали окончательный проект и начинали производство работ. Угу. А какое количество дворов и придомовых территорий в нашей столице уже отремонтировано на сегодня? В городе Махачкала, в общем, 851 дворовых территорий. В рамках различных программ до этого года были благоустроены 218 дворовых территорий. Если говорить конкретно по этому году, в этом году предусмотрено 38 общественных территорий, из них это 33 территории в районе многоквартирных домов и 5 общественных территорий, это скверы и общественные зоны. Наверное, наших телезрителей интересует вопрос, вообще, на какие средства выполняются все эти работы и сколько уже потрачено денег на эту программу? В рамках этой программы предусмотрено средства на город Махачкала 225 миллионов. Из них средства федерального бюджета 221 миллион. Средства республиканского бюджета это 2,3 миллиона рублей. А средства муниципального бюджета 2 миллиона рублей. Средства муниципального бюджета направлены на разработку проектно-сметных документаций, их заключение экспертизы сметных документаций, получение и на проектные решения. Ну, с какими-то трудностями вы точно сталкиваетесь, да? В ходе работы? В ходе реализации данной программы мы сталкиваемся с многими проблемами. Они касаются инженерных сетей, коммуникаций, потом с незаконными пристройками, заборчиками, которые сами собственники там понастроили, соорудили. Да? Потом, мы по ходу работ тоже эти недостатки, эти препятствия устраняем. На сегодняшний день Махачкала водоканал совместно с ними мы сегодня провели большую работу по комфортной среде. В связи с тем, что ведь этот Махачкала водоканал сегодня заменил практически во всех дворовых территориях свои ветхие сети. Mm-hmm. Как-то до этого, те года это не проводилось. В этом году Махачкала водоканал пошел нам навстречу и заменили все инженерные сети, коммуникации, свои водопроводы ветхие. И, это очень хорошо. Да, потому что, потом не раскапывать, не портить то благоустройство, которое мы сделали. Некоторые ресурсоснабжающие организации, то есть тепловики, некоторые пошли навстречу нам, заменили свои сети, воздушные сети положили под землю, заменили их на новые трубы. Муниципальное управление «Арстройнадзор» сносило вот эти гаражи, вывозили будки незаконные, коммерческие объекты, управление торговлей вывозило. По ходу мы эти препятствия убираем. Совместно. Совместно, со всеми, да. А есть ли уже планы на следующий год?
мы в первую очередь рассматриваем, чтобы была синхронизация. По поручению главы города Салмана Кадиевича мы в основном предусматриваем в данной программе, чтобы она синхронизировала с остальными федеральными программами. То есть это безопасные качественные дороги. Если мы вот делаем улицы по программе «Безопасные качественные дороги», тогда и рядом нужно делать дворы. Это как бы синхронизирует, это будет лучше и будет более законченный вид благоустройства города. И чтобы не размывать, как бы, да, здесь улицу сделали, а двор в каком-то другой стороне, в первую очередь мы хотели применить эту синхронизацию. И не только с безопасными качественными дорогами, но и с программой капитального ремонта многоквартирных домов. Работать комплексно. Комплексно работать, да. Угу. Это правильно, да. У нас есть уже предварительный перечень на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий. Это где-то 33 дворовых территорий предусмотрено у нас на следующий год. И 5 общественных территорий, которые непосредственно прошли рейтинговые голосования. Если вы помните, мы проводили в прошлом году рейтинговые голосования по выбору общественных зон, то есть граждане принимали участие, у нас поставили, ну, для бюллетеней урны, и каждый гражданин, мы вывесили архитектурные решения, дизайн-проект, и каждый гражданин мог проголосовать, какой проект им нравится. И мы проводили это в прошлом году. И у нас есть эти 5 общественных территорий на следующий год. То есть на этот год и на следующий год мы их уже выбрали. Граждане выбрали эти общественные территории, и вот они и попали в программу формирования современной городской среды на 2020 год. Ну вот как благоустраивается сквер в поселке Семендер, мы уже в сюжете увидели. А вот какие еще скверы, парки будут благоустраиваться? В этом году мы благоустраиваем сквер Семендер, как вы сказали, сквер Шамхал, 50 лет октября, ту часть со стороны Гагарина. Также мы благоустраиваем в Родовском бульваре городской сад и сквер Эфенди Капиева. А какие работы там проводятся? Ну, сегодня проводятся по скверам проводятся работы по замене тротуарных плиток. В тех, которые новых мы в скверах ведется устройство брусчатки, устройство фонтанов, фонтанчиков, да, небольших. Для отдыха граждан, для отдыха, да, граждан, какие-то предусмотрены, да, предусмотрены скамейки там, ну, практически. Площадки детские тоже, наверное, да? Детские площадки, не во всех скверах, в двух скверах предусмотрены детские площадки. Ну, столбы освещения для граждан там, скверы красивые будут, столбы и все. А когда планируете завершить эту работу? Завершение работ предусмотрено до 31 декабря. А у нас, согласно наших контрактов, заключенных с подрядными организациями, идет до 1 декабря. Раньше срока, да, вы планируете? Да, ну, в связи с тем, что... Новогодним праздником, наверное, хотите, да? Да? Подарок преподнести делать, горожанам. Да. Ну, как известно, не все зависит от городских служб. Понятно, что и горожане должны также стараться, чтобы наши города были чистыми и красивыми. Вот в этой связи какой совет вы могли бы дать нашим телезрителям? Сегодня мы проводим благоустройство. Мы устанавливаем МАФы, архитектурные решения в дворовых территориях, в общественных зонах. Мы хотели бы, чтобы то, что установили мы, чтобы их сохранили. Ухаживали за ними. Еще хотелось бы попросить горожан в тех дворах, которые мы проводим, в тех общественных зонах, чтобы они выходили на субботники, сажали цветы, сажали деревья, сохраняли их, поливали. Носили какую-то свою лепту. Свою лепту, да, чтобы носили. Хотелось бы это пожелать, да. Потому что это самое важное, это исплатить наши народ, к этому. И будет у нас красиво и чисто. Да. Наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо и вам. И спасибо вам тоже. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания.